Снежные завалы на дорогах Мурманска постепенно ликвидируют, но брошенные машины по-прежнему остаются головной болью коммунальщиков. Мешают разокомплектованные авто во дворах жилых домов, где постепенно превращаются в сугробы. С территории округа за последний 2016 год было вывезено 168 единиц разокомплектованных транспортных средств. По данной конкретной машине можно сказать, что к нам поступило обращение юридического лица. Была проведена работа по установлению собственника, проверка автотранспортного средства, в результате чего было получено заявление от владельца, и машина была эвакуирована. Речь идет о старенькой «Вольво», которая с осени прошлого года стояла напротив автозаправки на улице Рогозерская. Потеряв интерес к своей машине, ее владелец бросил ставший ненужный транспорт. Ржавеющая на глазах легенда шведского концерна мозолила глаза владельцам бензоколонки. И проблема была оперативно устранена благодаря обращению к сотрудникам управления Октябрьского административного округа. Так, для справки, что уже эвакуировано более 3000 автомобилей. А чтобы было понятно, если эти автомобили площадью сложить, то это примерно будет около 7 футбольных полей. Так что вы видите, что работа идет постоянно, системная, и дальше будет проводиться. Поэтому просьба очень автовладельцам находить связь с администрацией города, есть сайт, давать информацию, и будет совместный результат, который позволит нам сделать Мурманск еще более комфортным и чистым.